Юля. Привет, Сэм. Мы едем из города Ушак в город Афьон. Два предыдущих видео из этой поездки смотрите в описании к этому видео. Не забывайте подписываться на наш Инстаграм. Там много всегда интересного и фотографий из наших поездок. Намного быстрее, чем видео выходит на YouTube. Поэтому подписывайтесь. Не забывайте подписываться также на наш канал. Ну и, конечно же, не забывайте смотреть полезную информацию в описании к видео, такую как температура воздуха, температура воды в море, сайты по бронированию отелей и сайты по бронированию и покупке авиабилетов с очень хорошими скидками. Вся эта полезная информация в описании к видео. Ну а сейчас продолжаем наш путь из города Ушак, город Афьон. Город Афьон находится в 110 километрах от города Ушака. Он очень интересен и своей архитектурой, и своими традициями, историческими моментами. В общем, в городе Афьоне очень-очень много всего интересного. Также в описании к этому видео оставлю ссылки на нашу поездку в деревню, которая также находится в Афьоне. В общем, очень много всего интересного. Смотрите по ссылкам в описании. Ну а сейчас продолжаем нашу дорогу по осенней Турции. Друзья, первая остановка недалеко от Афьона. Купить воды, сделать все свои дела и купить что-нибудь вкусненького. Приехав вчера вечером в Афьон, весь вечер мы провели со своими родственниками. И, к сожалению, для вас и для себя ничего не снимала, снимать не хотела, потому что хотелось полностью окунуться в общение с людьми и в атмосферу. Но есть кое-какие фотографии в Инстаграме, поэтому обязательно туда заходите и смотрите. А сейчас мы с Айханом вечером идем в торговый центр парк Афьон, здесь недалеко. Кстати, все предыдущие видео из Афьона смотрите в описании к этому видео по ссылкам. Там будет много-много всего интересного из наших предыдущих поездок. Ну а сейчас идем в торговый центр парк Афьон. Покажу вам всякие разные вкусняшки. Ну и, конечно же, лукум, который делают здесь. Лукум со сливками. Напишите в комментариях, кто пробовал лукум со сливками, а кто не пробовал, обязательно попробуйте. Друзья, ну и, конечно же, мы очень проголодались, и сегодня вас познакомим с некоторыми интересными блюдами турецкими, которые вы, возможно, ели, а многие из вас, я думаю, даже не пробовали. И вот это вот блюдо, одно из самых любимых блюд Айхана. Вот это вот блюдо называется искендер кебаб, одно из самых любимых, но сегодня заказала его я. Но Айхан, как профи, сейчас попробует и скажет, насколько вкусное это блюдо. Вкусно? Йогурт и бак, йогурт на сугзельмы. Я не любитель этого блюда, но сегодня мне прям вот очень-очень захотелось. И стоит такое блюдо, большая тарелка, 18 лир. И за 2 лиры можно взять стакан, неограниченное количество напитков. Вот вы видите здесь 1, 2, ну, в общем, до бесконечности. И здесь большое количество кафе, которых, например, нет в Алании. Вот кафе Пиде-Пиде, где Айхан заказал пиде. Там очень дешевый и вкусный пиде, а я заказала в Бурса Исхак Бей.
И также здесь есть Popeyes, Usta d'Energy. В общем, очень много марок, которых нет в Алании. А находимся мы в торговом центре Парк Афьон. Очень большой и красивый. Один из моих самых любимых торговых центров в Турции. Айхан заказал себе две штуки пиде мясные. И две порции получились 20 лир. С фаршем. Пиде с фаршем, какая-то булочка. И пиде с мясом. Айхан, пробуй. Хангиси да гагюзель. Сейчас попробуем, какая... Какая вкуснее. Я, например, вот это вот с крупным мясом не люблю, а люблю больше вот такой вот пиде. И обязательно, чтобы сверху был сыр. А искендер кебаб, он выглядит вот таким вот образом. На хлеб, на вот такую вот лепешку, порезанную маленькими кусочками, кладут вот такие вот тонкие-тонкие куски мяса. Ну, донер. Это мясо говядина. И едят вместе вот таким вот образом. Берут хлеб, мясо и кушают. Есть здесь помидор и так далее. Ну, в общем, всем приятного аппетита. Кто кушает, и нам тоже. И пишите обязательно в комментариях, любите ли вы искендер кебаб и пиде. Друзья, пока я жду Айхана, вышла только что из магазина и хотела обсудить с вами такую тему. Многие из вас, конечно же, вы ходите в магазины, в торговые центры и так далее. И как вы относитесь к такой ситуации, когда вы заходите в магазин и продавец ходит за вами, ну, просто как привязанный. То есть, куда вы, туда и продавец. Что вы смотрите, то и продавец смотрит. В общем, не отрывает с вас взгляда ни на секунду. Это не такой продавец, который посмотрит, что вы смотрите, да, и предложит вам что-то интересное, в общем, ненавязчивое, а которое просто ходит как приклеенный, и который на самом деле начинает раздражать. Вот как вы к этому относитесь и что вы делаете? Вот только что со мной случилась такая ситуация. Я зашла в один магазин, мне очень понравилась куртка. Белый такой пуховик, очень красивая. Стоила она недешево, около 400 лир. Ну, недешево на турецкие деньги. Я обычно всегда беру вещи со скидками. И мы посмотрели, обувь там была белая, красивая, но продавщица ходила просто как приклеенная. Я ее попросила, девушка, говорю, пожалуйста, можно мы посмотрим, выберем и позовем вам, если, вас, если что-то нужно. И что сказала продавщица? Мы обязаны за вами ходить. Ну, в общем, какая реакция моя на хождение за мной по пятам? Конечно же, я вышла из магазина и ничего там не купила. И зашла буквально в соседний магазин. И что вы думаете, в этом магазине были потрясающие пальто, дорогущие, но со скидкой. И я купила пальто фирмы Эколь, которая не из дешевых, всего за 289 лир. Черное, красивое, классическое пальто, вы меня в нем увидите. А почему я его купила? Потому что я ходила в этом магазине полчаса, смотрела все пальто, рубашки, Айхан там смотрел брюки и так далее. Магазин не из дешевых. Но за мной никто не ходил по пятам, и я смогла посмотреть все спокойно, померить. И только тогда, когда я уже покупала и решила купить, продавщица ко мне подошла и спросила, что меня еще интересует. Один раз в одном из магазинов в торговом центре в Манавгате я тоже купила очень-очень много вещей, и только по той причине, что продавщица была очень ненавязчивая, а когда мне понравилась какая-то вещь, она просто видела, читала это, она просто приносила эту же вещь моего размера. И я купила там и обувь, и куча всяких кофт и так далее. Но это был просто потрясающий сервис. А, к сожалению, когда продавцы ходят за мной по пятам, мне это очень не нравится, потому что... Ну, это, во-первых, я считаю, что это некрасиво и очень навязчиво. Но какая моя реакция? Я ни с кем не ругаюсь. Я сначала прошу, чтобы посмотреть самой. Если продавец не уходит, то я просто выхожу из магазина и все. И кто от этого теряет? От этого теряет, конечно же, только магазин. Поэтому напишите обязательно, как
вы реагируете и как вы относитесь к тому, когда продавец очень-очень навязчивый и ходит за вами по пятам. И, конечно же, друзья, чем знаменит Афьон? Это, в первую очередь, вот такая вот турецкая колбаса, суджук. Что означает суджук? Суджук – это сырое мясо с большим-большим количеством специй. И обычно суджук жарят вместе с яичницей или делают суджук экмек. То есть делают, жарят суджук, кладут в булку и кушают с огурцами, помидорами, травами и так далее. Здесь есть, конечно же, вкуснейшая баклава. Посмотрите, какая красота. Различный шоколад. И вот это вот, наверное... Сюд кайма. А вот это вот молочные сливки. Самые настоящие сливки. Есть синие, которые чуть подороже, стоят 19 лир, а вот эти стоят 16 лир. Есть кофе. И большое количество... лукума и вот такой вот, например, халвы. А, нет, это пешмани. И вот это вот халва в шоколаде, а это пешмани в шоколаде. Это халва с орехами, а это пешмани какао и ванильное. Видите, написано даже по-русски. Это пешмани с фисташками и также пешмани с фисташками. Афьон знаменит своим белым лукумом со сливками, и лукум делают вот здесь. Но сейчас, как вы видите, уже не делают, на сегодня процесс закончен, и в описании к этому видео смотрите, как мы снимали в прошлый раз. Ну а сейчас покажу вам разные виды именно афьонского лукума. И вот здесь вот различные виды лукума со сливками. Вот это вот султанский лукум. Это классический лукум молочный со сливками. Это с шоколадом. Это лукум с кофе и шоколадом. Лукум с шоколадом и клубникой. Это лукум с шоколадом и бананом. Это хашашлы, обычный лукум, лукум со сливками, и этот лукум классический с орехами. И вот такие вот дальше идут лукумы с орехами, с фундуком, классический с фундуком и классический с фундуком, покрытый кокосовой стружкой. Очень вкусный, кстати, вот этот лукум, который обсыпан лепестками роз и фисташками, а вот этот лукум покрыт фисташками. Также лукум, который покрыт шоколадом, и здесь есть самый обычный лукум с фисташками, ну и, конечно же, традиционный шоколад. И один из самых дешевых лукумов, обычный лукум, этот лукум с розой, а это пастила, различная пастила с орехами. Ну и, конечно же, есть вот такая вот вкусняшка. Здесь есть это инжир, фисташки. В общем, инжир и фисташки. Айхан. Sen en çok hangi lukum seviyorsun? Kaymaklı lukum seviyorum. Çifte kavrulmuş seviyorum. Вот видите, Айхан любит со сливками, я со сливками вообще не люблю. Но очень люблю гранатовый. Сейчас пойдем, попробуем найти настоящий гранатовый лукум, потому что здесь был лукум только из гранатового сиропа. А мы попробуем не найти, а купить гранатовый. И в описании к этому видео есть ссылка на наш прошлый визит в Афьон, и там есть как раз магазинчик, где мы кушали очень вкусный, просто супер вкусный гранатовый лукум.
Сейчас от парка Афьон мы идем в сторону центра и хотим купить гранатовый лукум. Вот так вот выглядит одна из улиц, где расположено большое количество магазинчиков. Сейчас время уже ближе к 7, и народу не так много. И здесь много продуктовых магазинов, магазинов одежды. Что у нас здесь? Ковры, женская, мужская одежда, сумки, джинсы, куртки. В общем, очень-очень-очень много магазинов, именно маленьких магазинчиков. Вот так вот выглядят городские автобусы. Можно уехать в разные районы города на таких маленьких автобусах. Проезд стоит где-то 2 лиры. И посмотрите, какие здесь интересные светофоры. Когда зажигается красный свет, видно издалека, ну и зеленый, конечно же, тоже. Друзья, самый-самый вкусный лукум – это лукум гранатовый с лепестками роз, а это лукум тоже гранатовый, но с изюмом. Вот этот мне понравился больше, потому что он очень кислый. А еще здесь есть вот такие вот разные лукумы, ну и, конечно же, лукум с разными орехами. И с, конечно же, со сливками. Вот этот, например. Здесь продается также халва. И покажу вам еще лукум. Много-много-много разных видов всякого разного лукума. Я еще люблю вот этот вот лукум с шоколадом и с такой посыпкой. Ну и, конечно же, гранатовый лукум мой самый-самый-самый любимый. И вот суджук. Колбаса и бастурма продается здесь, вот на этой улице, на которой продаются в основном лукум, всякие разные сладости и суджук. И самый вкусный десерт, который Хан обожает больше всего, это экмек кадаиф. Вот так вот он выглядит. В общем, друзья, здесь настоящий рай всяких разных вкусняшек, лукума, какой хотите. И в каждом магазине он свой, разный, потому что производят его прям здесь. И вот эта вот фирма, представляете, работает с 1901 года. Алтынай Шекер'де мы 3-й кушак Ömer Altınay'la beraberiz. Abi şimdi burada bir icat eden diyor. O nedir? Ne icat etsin? İcat kuruş demek. İlk mühendik. Bizim de dedemiz, babamın dedesi Salih Şeker. O zamanlardaki lakabı, adı. Afyon'da ilk kaymaklı şekeri, kaymaklı dokumu. Ve kış aylarının özel ürünü olan, çok görmüş olduğunuz, bu da hem firmamızın hem de Afyon'umuzun özel çeşidi. Kaymak dolması deriz biz bunun ismini. İçi mandakarmak ve şampiyon şekeri. Bunu, yani kaymak dolmasını ilk yapan, bulan kişi bu bizim büyük dedemiz. Biz üçüncü kuşağız. 1901 yılında kaymaklı lokumu, kaymaklı şekeri bunu bulmuş.
Var mı başkanınız? Yaklaşık 140-150 senelik bir firma olarak biz de dededen gördüğümüz, babadan değer aldığımız bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugünkü tadının kaliteyi bozmadan, onun üstüne o zamanki şartlardan günün modern teknolojilerini üstüne ekleyerek, kullanarak fabrikasyonu sürüp bu tatları devam ettirmeye, müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İcat edenin anlamı o. İlk bulan, dedemizi ilk bulan kişi. Zamanında Atatürk'e Afyon lokumunu, Afyon şekerini ikram eden kişi. İşte Afyon'daki şekerleme işinden para kazanan, bunu meslek edinen, el geçindiren bütün meslektaşlarımızın da yol göstericisi. Bu ürünleri ilk yapan, Afyon'un lokumunu hem Afyon'a hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtan kişi. Afyon ekonomisine de yol göstermiş. Evet. Afyon tarihçesinde de yazar zaten dedemizin ilk bulduğunu, bizlerin eski bir firma olduğunu, şekerleme olarak ilk Afyon'da yapan firma olduğumuz. Biz de şimdi Altınay Şekerleme olarak dedemizin bu ürünlerini müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Size de ikram edelim hatta. Dedemizin bu ilk eski karamatlı dokum bu. Şimdi biz onları beyaz dokum dedik, sultan dokumunun içerisine kullanarak sultan dokumunu kaymaklısını tabi dede gibi bizler de buluyoruz. Size de ikram ederiz. Hanımefendiye ben veririm. Çok güzel. Ağzında eriyor. Gidiyor vallahi. И кроме гранатового лукума, вот этот вот лукум с маленькими-маленькими кусочками зажаренного теста внутри... Ичиндане, вот? Внутри с пастой из фундука, самый вкусный. Вот это самый вкусный. Помимо граната, вот это самый вкусный. Помните, в одном из последних видео я вам показывала тыкву, которую продают на рынке. Так вот, из этой тыквы делают вот такой вот десерт потрясающий. И здесь тоже много-много всяких вкусняшек, шоколада. Ну, в общем, устоять невозможно. И здесь я, кстати, видела очень интересные торты. Посмотрите, какие интересные. Вот этот вот розовый, просто как... Даже не знаю, придумайте название этому розовому торту. Кто придумает самое интересное название этому розовому торту, тому подарок от нас. Вот этот вот тортик, друзья, конечно, мы не сможем вам его подарить, потому что он в Афьоне, не в Алании, но тот, кто придумает, тому самый классный подарок от нас. Поэтому пишите в комментариях название вот этому торту. Да, Айхан? И, друзья, на этой вкусной ноте мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, на наш Инстаграм. Путешествуйте по Турции и открывайте для себя много нового и интересного вместе с нами. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.